Всем огромный привет, добро пожаловать на мой канал, и я хочу вас поздравить всех с наступающим Новым годом, пожелать вам самое главное – здоровья, все остальное у нас обязательно будет, и я хочу каждый из вас пожелать, чтобы каждый день вы ощущали себя абсолютно счастливыми. Я надеюсь, что в следующем году, я желаю, что в следующем году обязательно у каждого из вас все это было. Вот, ну и главное здоровье, а все остальное, как говорится, купим, починим и так далее. Вот, сегодня у меня закупка продуктов из магазина «Лента». В самой «Ленте» я не снимала, просто потому что огромное количество людей. Сегодня 30 число, это моя последняя закупка в этом году. Кое-что я не купила, просто до некоторых продуктов не смогла добраться, а некоторых просто уже не было, то из того, что я хотела купить. Но ничего страшного, я не унываю, обойдусь и без этого, что называется. Закупка у меня получилась достаточно большая. Народу просто огромное количество. Я даже не смогла припарковаться, хотя парковка у нас очень большая. И я припарковалась там около парковки, рядом с сугробом. Можно сказать, в самом сугробе только смогла оставить машину. И достаточно большое количество идти пешком. Ездила я туда со своими детьми. И чек, как всегда, будет в конце видео. С наступающим еще раз. Всем я желаю провести новогоднюю ночь. Здорово, весело, классно и... чтобы все-все-все мечты ваши обязательно сбылись. Так, ну и сама закупка. Вот такая она у меня получилась. Ну, практически все здесь к новогоднему столу. Вот, давайте я начну вот отсюда. Здесь у меня, ну, такие покупки. Тоже все нужное, конечно же. Вот, во-первых, купила я пеленки и наполнитель на январские праздники, чтобы уже не ехать в ленту, что были. Мои ходят только в древесные, пеленки это для моей маленькой собачки. Так, украшения еще новогодние докупили. Посмотрите, какая прелесть. Я что-то в прошлый раз такие не видела. Вот такие вот колокольчики. Единственное, что с них все сыпется, как вы видите. Но они мне так понравились. Мне понравилось, что их можно не только повесить на елочку, да, а можно просто куда-то поставить или куда-то привесить. Они такие достаточно большие. Стоили, не помню, сколько, девочки. Вообще по ценам не помню. Все будет в конце видео в чеке, как всегда. Так, еще ездила туда с моими мальчишками. Мальчишки взяли у меня вот такой золотой набор. На нашу многострадальную елочку, с которой кот уже поснимал, по-моему, все игрушки. Вот, в общем, решили еще докупить. Это они пластиковые, у меня все игрушки пластиковые, потому что животные все это снимают у меня, как обычно. Так, ну здесь такие у нас, ну такие покупки. Это у меня старший сын себе взял такой колпачок прикольный, который может становиться золотым или вот таким. Так, это мне дети взяли, сказали, я буду снежинкой. А это младший у меня сын себе взял бантик и вот такой колпачок. В общем, будем красивыми. Вот, и еще они себе взяли вот такие вот штучки. Вот. Ну, должно быть прикольно. В общем, будут баловаться. Вот так вот. Так, дальше у меня вот здесь вот это к подарку моему племяшке. Вот такую купили ему. Ему, правда, не 3 годика, но по своим, я сужу по своим деткам, играют рано. Вот это все должно мигать, тут все двери открываются. В общем, мои-то дети в восторге. Я думаю, что племянник маленький мой тоже будет в восторге. Еще вот такую вот ему игрушечку купили к Новому году. Они к нам после 31 числа приедут, сестричка моя с племяшкой. И вот как раз, смотрите, пирамидка. И каждая из вот этих вот, она катается. То есть есть колесики, можно катать туда-сюда, можно что-то складывать, вот такие ежики. Мне кажется, очень даже прикольно. Вот. Так что это ему на подарочек. И пакетик еще ему на подарочек. Мы, правда, сюда сложили, немножко помяли его, но ничего страшного. Вот. Еще мои купили вот такие наклейки. У нас пару еще, кстати, с прошлого года оставались наклейки. Я их потом обратно вот в этот пакетик и складываю, приклеиваю и... В принципе, много раз они хранятся. Главное, чтобы не запылились. В общем, вот такие вот разные наклеечки взяли. Это мы взяли, они, правда, у меня уже мальчишки убежали вместе с котом. Коту вот такую вот удочка-дразнилку. В подарок, конечно же. Вот, это к Новому году.
моим песам пожевать, чтобы 31 числа мы все за стол сели, а они тоже пожевали что-нибудь вкусненькое. И вот такое я взяла попробовать коту. Видела, кстати, рекламу вот этих вот, ну, котам своим, короче, всем. Не знаю, кто-нибудь покупал, не покупал, напишите, как вам, вот, точнее, как вашим животным. Не знаю, я их, конечно, кормлю роялом, но иногда вот что-то такое тоже иногда покупаю, в общем, им тут вот немножко взяла. И это мы взяли всякие салют, вот такой он, 1500 стоил, был по акции, причем мужчина сказал, что он ничем не хуже, чем какой-то за 3000, что выглядит точно так же, он включил, но вроде неплохой, 20 тут с чем-то вроде бы залпов. Вот, 25 зарядов, вот видите, так что должен быть классный по акции, мы его взяли. Взяли вот такие, ну, знаете, да, которые взрываются, взлетают и взрываются, но мои это ломали им палки, пока мы там ходили, короче, в общем, ну, ладно, что-нибудь придумают они, да, вот, чтобы в снег воткнуть, или так воткнут, не знаю, посмотрим. Вот, вот такие фонтанчики, мы, кстати, их каждый год берем, вот эти фонтанчики, они прикольные очень, мы взяли 3 штучки, и это большие хлопушки, там что-то на несколько метров там, в общем, вперед они, вот. Так, ну и давайте здесь, картошку купила 5 килограмм сразу, ну, на салатики всякие, как всегда, хотя у нас стол будет рыбный, у нас будут роллы, мой муж будет делать, вот, и... Ну, в общем, все равно тут всего докупила. Взяла вот такие тарталетки. Хочу в них положить просто салат оливье немножко на стол, потому что муж захотел салат оливье, хотя стол у нас планируется рыбный. Ну, ладно, вот. Поэтому сделаю салат оливье и положу на стол вот в таких тарталетках. Тарталетки для икры закончились. Я их не нашла. И нет отборных яиц, только С1. Вот взяла 30. Вот, ну, это мы уже так... в морозилку бросить пельмешки. Вот эти, мало ли, куда-то пойдем гулять, чтобы вернуться и что-то поесть. А, вот тут у меня 2 пачки. Вот. Так, дальше здесь у меня... Давайте вот здесь вот. Это к новогоднему столу. Я купила вот такой тунец. Вот именно такой я не пробовала никогда, но я вообще люблю тунец. Обожаю. Он очень вкусный, конечно. Я как любитель рыбы, для меня это прям деликатес. Не дешевое, но удовольствие этот тунец, 150 грамм. Ну ладно. Вот. И вот эту масляную рыбу, ее тоже очень быстро разбирают. Вот эта марка Меридиан. Вот просто она обалденно вкусная. Она просто тает во рту. Здесь, конечно, ее тоже не так много. Такими она ломтиками, но это очень вкусно, девочки. Вот вообще увидите когда-нибудь масляная рыба, обязательно возьмите. Прям вкуснятина, прям редко. Красная рыбка у нас своя засоленная есть. Также, соответственно, я купила вот эти вот листы. У нас еще есть, это докупила я. Вот такой набор, коктейль из морепродуктов. Обожаю я, мой муж тоже любит, ему нравится. И здесь еще купила вот такой соевый соус. Другого соевого соуса не было вообще. Но вот такой я все время покупаю, в основном использую для маринадов. Для роллов тоже пойдет нормально. Имбирь, соответственно, тоже для роллов. И вот такой вот творожный сыр. Вот. Хохланд и еще другой марки я обычно покупаю. Здесь просто у Хохланд новая упаковка, я так понимаю, красивенькая такая. Также взяла молоко, но это, в общем, домой. Кетчуп вот такой взяла... Это горчичный, медово-горчичный соус. Не знаю, попробуем, вкусный. Потому что если будут приезжать гости, мы будем делать шашлыки. И как раз вот этот соус и кетчуп. Хрен еще столовый, как всегда. Ну, я его очень люблю, кстати. И здесь тоже сырный вот такой соус. Соус для хот-догов и майонез. Ну, майонеза немножко, так как салатов у меня не так много намечается на все праздники. Поэтому да. Вот такие роллы сырные, наверное, сделаю. Я так думаю. Соответственно, батон. Взяла вот такой батон. Думаю, если все-таки тарталетки. Попросила мужа поискать тарталетки для икры. Если не найду, я сделаю маленькие вот такие бутербродики. Вот с этим хлебом. С икрой. Обычный хлеб черный. И здесь вот этот алкоголь. Я вот это шампанское покупала на подарки в школу и в детский садик. Ну, воспитателям. В общем, и купила тогда себе одну бутылку, но она в итоге тоже ушла у нас на подарки.
В общем, говорят, что это очень вкусное шампанское. Вот это шампанское сладкое, что оно ничем не хуже, чем мартини. Мартини сейчас вообще стоит 1500, девочки, без акции. По акции 900 с чем-то рублей. Я помню время, когда шампанское мартини стоило 500 рублей. А сейчас в два раза дороже, вообще обалдеть. Вот это вот, говорят, что это аналог вот этого мартини. В общем, взяла две бутылки. Вот, чтобы не прогадать. Получается, там от 18 бутылок вообще 500 с чем-то рублей за бутылку. Но мне столько не надо. Я бы столько не утащила. Поэтому 700 с чем-то. Пепси. Вот такой Миринду микс. Тоже, наверное, старший племяшка еще к нам приедет. Не, наверное, а точно с младшим. Вот они тут. Вот такой напиток. Соки. Яблочный, яблочный, вишневый. И еще тут тоже вишневый, да. Соответственно, горошек, кукуруза, оливки вот такие вот взяла с сыром, вот, дальше, здесь у меня, вот это вот, я вообще не заметила, как попало в нашу корзинку, как у меня дети это взяли, я что-то не заметила, девочки, они так ловко побросали, ну ладно, Новый год же, да, можно вот это все, вот, в общем, тут всякие вот такие разные, и вот такие. Ну, буду выдавать, буду это, по выдаче. Сейчас вот они у меня уборкой будут заниматься. Маме помогут, но в магазине мне помогали, поэтому дам. Потом еще уборкой займутся, тоже дам. Ну, в общем, как вы поняли, да? Это я видела, как попало ко мне. Но это ладно, это муж еще хотел у меня. Вот. Дальше. Пока я там ходила в овощи, фрукты, я вообще народу оставила их около конфет, сказала, выберите все конфеты. Выбрали, молодцы. Значит, чупа-чупсы, баунти, сникерсы и твиксы. Маме ничего вкусного не взяли, да. Тоже, ну, приедут гости, будут приезжать, конфетки детям всегда, всегда пойдет. Это у меня что, клементины? Нет, это мандарины отборные. Я уже не стала на развес брать, потому что это было просто невозможно. Лимончики. Взяла 4 штучки. Почему 4, не знаю. Вот, помидоры я уже взяла, потому что... Уже не заезжали мы в магазин по 139 рублей. Ну, конечно, вот краснодарские вкуснее. Вот. Ну и, соответственно, огурцы. Взяла тоже 2 упаковки. На те же роллы у нас будет. Вот. И здесь у меня еще лук. Лука вообще практически нет. Полупустой там этот с луком. Поэтому я взяла немножко, но он не очень такой хороший. По 24 рубля. И морковку, может быть, натрую с чесночком, знаете, с майонезиком, 29 рублей. Вообще, я же взяла, показала сетку картошки, я обычно беру там картошку эконом. Там картошка эконом стоила 42 рубля за килограмм, а вид у нее был на все 10 рублей. Полугнилая, полуникакая, там валялась. Ну, кто-то там что-то набирал, я уже не стала, так как я мальчишка ставила у конфет. Думаю, ладно, возьму сетку, уже побегу. Вот, так что вот такая вот у нас получилась предновогодняя закупка. Вот, ну, я потом попробую вот это вот шампанское. Ну, говорят, что это реально аналог мартини. И расскажу, как оно вообще пошло, не пошло. Было действительно как мартини, потому что шампанское мартини, оно, конечно, нереально вкусное, и я не спорю. Вот, так что мужу еще написала, чтобы он тарталетку и зелень. Хотела взять еще, девочки, зелень, укроп, лук, но не добралась. Там просто огромная очередь была к этой, к стеллажу с этой зеленью. Вот и все. Вот как-то так. Вот, так что вот такая вот у меня закупка, и давайте вам покажу чек.
Thank you.